Всем привет, с вами Темный Ниндзя и Лангрисер Мобайл. Итак, у нас с вами новый ивент по случаю коллаборации с Рубаки. Здесь мы с вами получим еще одного ССР-героя из их компании. Темный Властелин Эссалии называется. Ну и давайте посмотрим, что нас там ждет. Сюжетик местами вполне даже веселенький, но местами и бывает так себе. Вот, так что, как бы, ну, почитать вполне, думаю, можно. Так как это все-таки только пока еще первый бой и первый сюжет только прошел, возможно, будет что-то и более интересное. Уровень тоже сам по себе простенький, просто воюешь и убиваешь. Только, правда, наверное, надо изначально вот этим желтоволосым не дальнего бить, а ближнего. Ближнего он может убить с одной атаки. Так будет чуть быстрее пройти. Надеюсь, видео было интересного. С вами был Темный Ниндзя. До новых встреч и пока-пока.